Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, смотрите продолжение сетевой партии за Майю в Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых. Начало в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к ней, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть сначала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Вам всем приятного продолжения просмотра и, пожалуйста, не забывайте делать шортсы, ставить лайки, оставлять комментарии. Так, парни, а ну вопрос, у него ниоткуда-то взялось 4 кавалерии. Это какая-то карточка, или как он это сделал? Купил, наверное. Так у него денег не было. Или кто-то дал. Ну, за веру мог купить. Что, типа, комп лучше отбивается. Грего. Ау. Союз. Парни, я сейчас бот разорвёт, куда он вышел. Прими союз. А как может быть, что у меня количество караванов на 2 уменьшилось? У меня было 7, а теперь 5. Что-нибудь разграбили, какой-нибудь этот произошел. Не-не-не, не именно караван, а именно максимальное количество. Ну, может быть, какой-нибудь этот закончился. Ну, у меня 2 реки разлилось и 4 рынка. А, нет, ну. 2 рынка. Ну, я их починил, и все равно. И не. Ну, значит, следующим ходом появится. Я давно их починил. А зачем ты его города уничтожаешь, а не захватываешь? Так, а я ж не смогу их захватить. Почему? У меня влияния нет. Да, он же с твоей стороны. Как он их может удержать? Ну вот, нет, например, там Генса. Тот, который, смотри, я почему? Потому что там вышло 4 кавалерии, я, возможно, их не убью, чтобы не опять захватывать. Я просто его ломаю. Идея классная, конечно. Да бот имба, я не знаю, либо вы ему денег скинули, он где-то взял 4 кавалерии за ход. Я на самом деле в шоке, что у меня получилось. Думал, ничего не получится. Так, наверное, надо купить все-таки тут рабочего. 385, ни хрена себе. Ну вот, я захватываю город, пишет восстанет через пару ходов. Губернатора у меня нет. Типа, ну надо только ломать. А в чем смысл войны тогда? Я не знаю. Наказать что, за то, что насмехался над наукой. Кто может, дать 301 монету на 100 с лишним отдам там за 2 хода? Кир, дашь? Давай, предложи мне. Ого, Эфиопия. Высадка в тыл.
Где? Да у меня высадка в Нормандии произошла. Добрый по Бруму, пожалуйста. Благодар. Блин, надо с этой херней. Он давным-давно мне там уже гадит. Я сейчас... Надо вот это сделать броненосец и разобраться с этой квадриремой. Периодически сюда в гавань заходит. Короче, я понял. Не могу построить ничего. Во-первых, не надо насмехаться ни над кем. А во-вторых, война это всегда плюс. Мы просто далеко расположены. Были бы ближе это было бы легче. А кинуть город где-то ближе, чтобы захватить потом, как обычно делают. У меня нету просто тайлов. Все тайлы красные. Помогите. Сейчас. Поможем. Я помогу. Твой лучший друг здесь. О, Арчи решил мне не помогать. Мы ж союзники, ты чё? А чё, не прошло в итоге? Не, прошло. Просто Арчи не участвует. Просто кликнул. Так, а смотрите, у меня резко упало влияние в городе, да? Лояльность. Это получается, это шпион что-то сделал, правильно? Век сменился. Может, у тебя просто я в героическом, я тебя перебиваю просто. Ясно. А, я в темном. И, в принципе, ожидаемо. Парни, бот уже умоляет о пощаде. Никакой пощады. Так, сколько у меня тут зарядов? Один. Надо сюда идти. Еще, наверное, строителя пока. Я знаю, что без карточки. Но, в принципе, Лян там находится. Или шпиона. Лучше дать шпиона. Забери военного, пожалуйста. Англия. Сейчас. Так, инженер фиговый. Ну, торговец более-менее, но мы его и так, мне кажется, заберем. Ну и ученый фиговый. Будем что-то делать. Минус миссионер. Я вот землю для тебя чистил, то есть, понимаешь, да? Не, ну то, что ты города уничтожил, это, ну, нахуя? Это варварство, осуждаем. Я еще мискликнул, блядь, я дружбу скорее заключил. Ой, это уже куплено.
Так, где мы еще тут купим? Так, ну, я к себе домой пошел, давайте. Я там вижу, едет что-то, забираю. Так, где у нас еще лабы нету? По-моему... так, есть. Вот, в Каминальх... Какое-то матерное название города. Так, тут строится, ну, и смотри, тут еще вот купить тебя, можно. У тебя 400 науки, это же все из-за веры. Там вера ж лютые бафы дает, правильно? Да не особо. То есть можно, ну, на такой ход развить такую же науку без веры? Да, он лабы поставил. А, и все. Денежка вернется. Не, ну армия у меня была. Слушайте, отошел на минутку. Уберите, пожалуйста, таймер следующим ходом. Арчи. А я не умею. Ух ты, сколько у нас тут великих людей. Так, ученый. Озарение плюс 50. Ну, кстати, все остальные так себе. Броненосец мне надо вылечить и расформировать, потому что он жрет уголь. Он начнет давать мне уголь вместо того, чтобы его потреблять. Ну что, все, давайте, погнали. Да, сейчас включаем. Как же это забавно выглядит. Что именно? Там граница воинов с разных эпох чуть-чуть. Так, подожди, а этот что делает? А, 250-й губернаторский титул. Но мне корпорацию не на чем построить. У меня нету 3 ресурса, так что использую его. Чудо. Так, какие-нибудь чудеса вообще возможны у нас? Илва, Ападана, Рурка. Блин, у нас реально нигде нормальные рурки не встанет. Так, Эфиоп, смотри, я вот сейчас могу тебе Чинджу отдать, Кванджу отдать, все золото отдать, я уйду. Да ты просто города не сноси, и все. Да не буду, не буду. Да я проебался, я случайно дружбу заключил вместо войны. Главное, со мной. Кстати, а вот эту можно убрать. Вот сейчас следующий ход. И вот здесь сделать. Надо так же. Биг Бен. Интересно, почему Сузы вот эту клетку выкупают, но не эту? Thank you.
что, город нельзя передать? Печально. Не. Не, ну он там сбунтуется, а ты уже дальше как-то сам. Так, ну я уже раскочегарился так прилично. Так, мне нужен уголь. Блин, у Эфиопа дофига угля, конечно. Эфиоп, предложение. У меня сейчас все больше и больше будет уходить угля. Нубе, предложение. А вот ты спонсируешься всякие вещи нехорошие, потом предлагаешь что-то. Какие он нехорошие вещи спонсирует? Так, ребят, там торговца кто-то не взял. Все литру подгоняют, зачем? Эфиоп, Англия, я не знаю, кто-то из вас торговца должен взять. Не я. Теперь я. Так, вот, а вот мы забираем копию ресурса. Какие у нас есть? Так, жемчуг мне не нужен. А что, сколько жемчуг? Пш. Ну ладно, можно жемчуг тогда, типа у нас два жемчуга будут считаться. Я, правда, не уверен, смогу ли я тут предприятие поставить тогда. Блин, если бы не карта, было бы прикольно, если бы я себе города забрал, но все равно я бы их отдал Эфиопу 100%. Ну а так карта капец, конечно. Нельзя было город поставить. Там его столица, там ГГшки две. Так, по-моему, все, везде лабы, нет? Есть, есть, есть. Есть. А, вот тут еще. Еще один город. Не куплены лаборатории. Поэтому, парни, на фразу ты ж понимаешь, что ты не пробьешь. Не всегда реагируйте, что надо мир. Цитаты великих людей. Я, у меня в голове было по-другому, но так тоже. Суть понятна. Зачем ты военник мне прям в бок поставил? Ну блин. Ну только там место было. Да конечно.
Посмотри на этот город. Так, сейчас аэродромы начнем делать. Биг Бен. Ну, короче, надо Перса захватывать. Он, по-моему, тут никакой. Сколько у нас с ним союз? 9 ходов. Как раз... лояльность города. Ну, как раз будут самолетики. Так, вот здесь давайте еще... колосс. Не хочется колосс, но нужны строители и торговцы на самом деле. Лёш, ты думаешь или как там? О чем? Ты мне что-то кинул? О союзе, друг. Да, да, конечно. Ни капли сомнения. Да, блин. Ну, это вот, когда вы не строите разведывательное управление, конечно, тяжеловато шпионами что-либо сделать. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Не, наверное, просто... Да, не могу это предприятие делать. Что, наверное, просто дополнительный ресурс жемчуга, который так у всех есть, походу. А, блин, это ж компьютер, с ним нельзя торговать. Блин, реально у всех все есть. Так, сейчас важно, будет ли у нас алюминий. С углем у нас тут не очень, но пока... Пока хватает. А вот алюминий это для самолетиков у нас. И... Ой, алюминия, походу, завались. Причем два уже... А, подожди, это исторические места. Это куда у тебя такой заезд? А за счет чего тогда мне два алюминия капает? Я же, у нас же хатусы нету. Будешь много болтать, в тебя поеду. Не понял. Да я тоже как бы тут не голожопый. Бомбарда имба, я согласен. А, все-таки у нас стоит ты город прямо на... И вот еще. Смотри. Да, ну перса надо забирать. У него и... Это типа сильно? И уголь есть дополнительный, подожди, и алюминий. Еще. Так, где у нас современные сэмоли? Не видать. Там будет потом апнутая артиллерия, да? Вот это, наверное, сильно. Блин, я нефть до сих пор не обработал. Вот это я молодец. Мне надо обработать, чтобы самолеты строить. У меня вот опять команда. У меня бомбарда изучается. Блин, снесите там сандок, а мне каждый ход какие-то сообщения шлет. Я дружбу случайно, там не скоро, короче. Осуждаю тебя. 15 ходов.
Вот он читает проекты, у него столько науки, а у меня без... Ну, один был вот тут Пингала. Я его реально опережаю по... И что, давайте из столицы отправлять. Блин, прикольно, когда город с чудом уничтожают. Типа, оказывается, нельзя его заново построить. Да. Так, и здесь я бы аэродромчик. Или что тут? Центр... Нет, ну тут гавань есть. Ага. Лёша, у тебя есть где-то гайды там про века? Там вот как попасть в героический век, да? Что, не понял? У тебя есть гайды про века? То есть как попасть в героический век, как попасть в этот? Так ты у того ютубера посмотри, с которого ты попал сюда. Посмотрю. Так, уран откроем. Слушайте, а где ж у нас... я вот не помню... А, там два сэмоля надо сделать, чтобы современные самолеты открыть. Так, это мы танчики. Нет, еще... Давайте пластмассы... Нет, ну надо уран открыть. Надо уран. Так, отложу, чтобы биплан... Или, возможно, я их куплю следующим ходом. Центр коммерции не надо. Я думаю, аэродром тут тоже не надо. Промышленная зона, аквапарк... А, слушайте, аквапарк... Вот, кстати, аквапарк... Аквапарк норм тут. Что он будет неплохо вот отсюда влиять? Неплохо, я имею в виду. На 9 клеток... Есть смысл захватить вольный город опять? Он же опять сбунтуется, правильно? Или если я захвачу, он останется? Зависит от лояльности. Там еще меньше населения станет, и у тебя еще быстрее он упадет в следующий раз. Понял. Я думаю, рабочих достаточно будет. Будем уже проект... Или вообще даже можно уже проект. Давайте уже, наверное. Тут вон еще один рабочий делается, этого достаточно. Я уже все обработал у себя. Сандок объявляет мне предупреждение. Как вы ставите метки для всех? Ну, когда ставишь метку там, ниже выбор, для кого ты ее ставишь. А, вижу себе, я вижу. Спасибо. Так. Два биплана можно купить. И вот она. Не, ну давайте мы уран откроем. А потом в улучшенную авиацию и, собственно... То есть ходов, да, примерно в это время у меня и будут самолетики. Так, знаете что? Нам надо два капера, чтобы... подлодки найти. А два капера, это у нас просто один капер за счет венецианки, у нас их будет два.
6, 6, 8. Тут слабенько, но тут я, видите, и не сделал. В общем-то. Ага, тут поломали нам. Ты мне войну объявил? Мисквит. Или, или кому? Или ты Инубии войну объявил? Не-не-не. Какой Инубии? Тебе. Инубии у нас союз. Так, парни. За что? У меня шпионы из Лондона воруют золото. Как узнать, чей это шпион? Это уран есть. Все, понял. Идем против Майи. Как помочь против Майи? В смысле против Майи? Так это ж не я ворую. Все, понял. Идем грабить Нубию. Это ж сказал этот эфиоп. И чё? Я пытаюсь помочь своему другу англичанину разобраться в ситуации. Так, уран надо обработать и вот этот алюминий второй. Банк. Угу. Так, тут тоже каперы давайте. Это будущие подводные лодки, которые будут ядерками бросаться. Пойдем, наверное, в коммунизм сначала. Так, где у нас подлодки? А, вот они. Не, ну, слышишь, не надо так, а? А чё полгорода снесло с выстрела? Так, один ход до авиации, будем, собственно, строить бомбардировщики за алюминий. Так это, бомбарды. Парни, я за 200 часов ни разу в жизни не использовал наблюдательный шар. Так это все, а что ты мне войну объявил? Что-то я даже причин не вижу. Мне объявил войну, а потом рабочего забрать. Не получилось. Нет. Я эфиопа объявил. Ты эфиопу объявил? Блин, ну тебе как-то Майю объявил. Ну так чего объявил? Больно ты сильный. Так а как это мешает? Ну типа, ну ты же ничего не делаешь, как бы. Сейчас поделаю. А, сейчас поделаешь. Ну я тебе убил этого. Миссионера. А, нет, ну так он, это ж скаут просто бегал. Я думал, это залог твоей победы. Да. Я думал, меня эфиоп спасет, но что-то не пошло. Так, один ход откладываем. Грега, мы же до конца союзимся. Of course. Парни, ну я если next игру буду играть, я запомню. Так, надо нам три танка купить, запомню. Я думаю. Хотя,
Наверное, еще самолеты когда апнем. На корейца это шик, да. Тут тоже откладываем. Блин, мне нефти нужно больше. Ну что, эту обработать, что ли? Где, у нас еще где-нибудь нефть есть? Я, на территории только две нефти. Может, купить у кого? Потому что мне же подлодки еще нужны. И у перса даже не будет нефти. Что-то нормально у Эфиопа. И алюминия навалило, и нефти навалило. Зашибись. Кстати, уран. Так, ну урана я не вижу. А, ну рядом есть. Так что тоже будет. Так, не, ну. А, у тебя и танки есть, не, ну. Другой разговор. Так бы сразу. Кого мне там убивает? Я подошел. Блин, подожди, Эфиоп, ты, то есть, ты пропускаешь армию танков Эфиопа через себя ко мне? Кайф. Ну да, да, там есть такое. Мы союзники, как я ему могу это предотвратить это? Ну мне хотя бы сказал, ты даже не сказал мне об этом, только сейчас вижу. Так мы лучше союзники, чем ты с ним, понимаешь? Он мне сказал, если я буду громко говорить, они заедут ко мне в гости, поэтому... Я просто, парни, помню, спрашивал, короче, где мушкетеры, никто не ответил. Если, может, Лёша, ты бы ответил, я бы сказал. Меня там торговец видел. Так. В следующий раз подскажешь. Ты намекаешь на карму? Ну, есть такое, есть такое. Ну, тут у вас, а, у вас победа по-любому. Там что-то нереальное с мощью. А я чуть-чуть, ну, не в той эпохе, чтобы дефать. Парни, вот смотрите, есть гениально. Вот откуда сколько науки? Это просто много городов, и в каждом есть кампус и лаборатория? И чё, или чё? Ну и там карточки, соответственно, стоят, правильно же? Да это майя имбалансная. Отсюда и наука. Не дадут мне Персию захватить. Англичанин, кстати, а не хочешь военный союз и объявить войну Эфиопу? Англичанин. Давай, давай, давай. Меня, говорю, все равно ничего не спасет уже. Там танки уже у меня катаются. Так у нас с ним дружба, он не объявит. Перехода, Лёша. Понял. Я буду тебя мясом душей, ты просто не пройдешь.
Кстати, парни, а что вы скажете насчет этой карты? Это ж фиговый какой-то спаун карты или нормально? Просто на пошли. Шестерых это нормально. Это нормально, что ты ставишь город, и там уже другая столица? Да. На шестерых всегда так мало мест. А на восьмерых по-другому, да? А то я всегда играю 8, там можно кидать. Да, там раза в два больше мест. Твои танкисты, наверное, обосрались, да? Там танк в окружение берут. А кем ты его берешь в окружение? Латниками. Я бы обосрался, сидя в танке. Ты только выглядываешь, а тебя пикой в эту... Звучит реально стрёмно. Так, давайте, наверное, линкор построим. Каперов достаточно, имхо. А, мы еще не открыли мобилизацию. Да, это, кстати, проблемка. Блин, не вовремя карточки слетели. Слышишь? О, пушку! Пушка. Какие пушки, ё-моё. А сейчас я не понял, как вот, смотрю, у Майи больше военной мощи, чем у Эфиопии? Ну, я армию купил, как? Что-то так не должно быть. За веру. Ты смотри, сколько у меня веры. У меня было 5500 веры. Я за веру купил ПТ команды. И ты купил благодаря теологии, правильно? Нет, благодаря постройке... Что там? Резиденция магистра в правительственной площади. Будем знать. А что надо изучить для этого? Как называется вот эта карточка? Ну, буду знать, парни, имба вроде. Чё там, не едут танки, да? Слишком много рыцарей.
Так. Купим самолетик. Блин, мне алюминий нужен. Ну, как бы все ресурсы у него есть, но это какой-то трындец. Предложение, перс. Грега, я правильно там тебя слышал, что ты, да, планируешь тоже напасть? Кого куда? Ну, кто-то сказал, Лёша, три хода когда-то я. Ты не планируешь с Эфиопом воевать? У меня там своя вечеринка. Лёша, что бы он ни говорил, рассказывай. Он сказал, что грек лучше союзник. То есть, по-любому ты еще столкнешься с Нубией. Поэтому, пока он душит меня, надо душить Нубию. Вот. Не согласен. Не, ну ты ж по-любому. Я могу душить Нубию, если у меня война с Эфиопом. Осталось 29 ходов. Какие душнения, ты чё? Я не знаю, не знаю. Предлагаю увеличить покупку за веру. Чё это? Ну, чтобы Феоп не покупал. Видишь? Ты все израсходовал свое? Так я их не покупаю, я строю. Ну как хочешь, давай увеличим за веру. Это же мне лучше. А может уменьшить за деньги тогда мне? Ах ты фашист. На Эфиопии. Я попробовал бы тебе что-то попалить, но у нас союз, конечно. Печально. А мне-то что? Да не знаю, побегал бы просто. Попалил что-то. Леша, предложение. Лучше бы ты лидеру что-то пограбил. Не понял. Так ты лидер. В плане... Нет. Да. Да. Это как вы определили? По количеству науки и культуры. Игра показывает. Во вкладках. И в какой вкладке показывает, что лидер? В трех было.
Блин, мне нужно мобилизацию, да? Я вроде иду туда. Блин, я не успеваю выбрать в городах ни хрена. Самое главное, что у меня алюминий уходит. Опа, а что с аэропортом случилось? Куда аэропорт? Ну так неинтересно, ты слишком быстро продвигаешься. У меня там скорее капец война была. А ты что-то все О, современные танки поехали. Ну. Почему я не выбираю... А, бомбардировщик выбрался, да. Это истребитель там еще у нас. Где ПТ команды? На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.